Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня мы продолжим наш эксперимент специально для сайта irrigator.ru. У нас есть три модели алкотестеров, которые уже зарекомендовали себя. Сегодня мы попробуем узнать, что будет, если съесть три конфеты с коньяком, выпить стакан кваса или стакан кефира. Что же покажет алкотестер? И можно ли сейчас садиться за руль? Начнем с конфет. Как всегда, начнем с самой простой модели – Алкогран АГ-100. Один и 17. Алкосент 7100. Ноль 59 промилле. Значение очень быстро убывает, но все равно это очень много. Алкогран АГ-220. Ноль 34. Попробуем повторить тест через 20 минут. Ну что же, прошло 20 минут, и теперь мы посмотрим, остались ли какие-то у меня остаточные пары алкоголя вот от этих вот конфет с коньяком, которые показали сразу после того, как я их съел, 1 промилле, там, пол промилле, ну, дикие какие-то цифры. Алкогран АГ-100. По нулям. Алкосент 7100. Ноль, ноль, ноль. Алкогран АГ-220. Ну и тут тоже ноль, ноль. Продолжим наш эксперимент. Следующим на очереди у нас стакан кефира. Ну что же, начнем с алкотестера Алкограна АГ-100. По нулям. Алкосент 7100. Ноль, ноль, ноль. Алкогран АГ-220. Ноль, ноль, ноль. Ну, все отлично. Кефир в объеме там один стакан 200 миллилитров вообще не дает никакого выхлопа. Видимо, если выпить там 2 литра, 3 литра кефира, может быть, там будет там, немножко. Ну, попробуйте сначала выпить 2 литра кефира, потом на вас посмотрим. И теперь квас. Обычный квас из бутылки магазинной. Алкогран АГ-100. Ноль, ноль, семь промилле. Немножко квас дает о себе знать. Алкосент ДА 7100. Ноль, ноль, ноль. Ну, видимо, выветривается квас моментально в таком количестве. Алкогран АГ-220. Ноль, ноль, ноль. Ну да, тут буквально там через 2 минуты после 200 миллилитров кваса может быть там минимальное какое-то значение. Ну и для того, чтобы удостовериться, опасен квас или не опасен квас для вас за рулем, я сейчас выпью 3 стакана кваса подряд залпом и проверим после этого алкотестера. Это где-то 0,5-0,6, наверное, будет объем. Ну что, давайте попробуем. Алкогран АГ-100. Ноль 14. Алкосент ДА 7100. Ноль
0.08. Ну, падает моментально вот на глазах за там 20 секунд. Алкогран АГ-220. 0.07. Ну, исходя из этого, мы можем сделать вывод, то, что кефир вообще не опасен. Можете кефира пить там в пределах разумного, конечно, чтобы не лопнуть. Квас, вот сейчас я выпил 0.6, 3 стакана кваса. У меня сразу показал 0.14, потом он буквально каждую минуту начал уменьшаться. То есть, в принципе, квас тоже вообще не опасно пить за рулем. Опасно, может быть, скушать несколько вот таких вот конфет с алкогольной начинкой, с коньячной или там, с виски. В принципе, эти конфеты, видимо, выветриваются за там, 5-10 минут. Но лучше вам, конечно, не рисковать и в дороге их не кушать, потому что в любом случае, даже если вас остановит сотрудник ДПС, вы продуетесь и у вас покажет там полпромилле, ну, вы просто потеряете время. Конечно, вы доедете до медосвидетельствования и там уже покажет то, что у вас 0.00, но как бы вас остановят, вы бросите машину, потратите кучу времени, пока будет туда-сюда кататься. Ну, лишний геморрой никому не нужен, поэтому лучше в дороге такие конфеты не есть. С вами был Иван, специально для сайта irrigator.ru. Всем пока!